Здравствуйте, с вами Марина Романюк, программа «День города». Смотрите сегодня. Уборка на дорогах. Павел Малков на правительстве призвал усилить работу в районах. День жестянщика. Для кого снегопад оказался неожиданным? Зловонные стоки. Природоохранная прокуратура нашла виновных слива в Павловку и Трубеж. На снегопад в Рязани и области дорожные службы отреагировали оперативно. На уборку снега всего вышло около 600 единиц техники. В городе основной акцент сделали на очистке тротуаров, а в области – федеральных трасс и остановочных комплексов. Об этом сегодня говорили на правительстве. Кроме того, было анонсировано открытие новых павильонов в торговом городке и окончание работ по замене троллейбусной контактной сети. Плотный снегопад в Рязани и области стал первой темой на заседании правительства. В городе на расчистке дорог и тротуаров сегодня работает порядка сотни единиц техники, в области ее больше 500. Впрочем, сухие цифры, по словам губернатора, не слишком информативны. Нужна динамика развития системы уборки снега, как минимум в сравнении с прошлым годом. Коллеги, у меня к вам главный вопрос и главная задача. Мы должны постоянно с вами двигаться вперед. То есть, 200 единиц техники – это много или мало? Непонятно. Мне важно, чтобы их становилось больше. С каждым сезоном, с каждым днем, с каждым снегопадом становилось больше техники. Более эффективные схемы работы использовалась. Больше операторов, лучше логистика и так далее. Вот, коллеги, я сейчас не буду, естественно, опрашивать каждую администрацию. Вот эта задача, которые мы должны постоянно выполнять. То есть самое главное – это развитие. Развитие – это в том числе и полная замена контактной троллейбусной сети Рязани. Цена контракта – более 73 миллионов рублей. В данный момент подрядчик завершает работы на Дзержинского, далее их продолжат на улицах Маяковского, Циолковского, Соборной, Ленина и Первомайском проспекте. Под замену пойдут 20 километров проводов, а также несущие тросы. Работы завершат до конца года, а пока они в самом разгаре. Вопрос только в так называемых спецчастях, которые позволяют троллейбусам ехать со скоростью потока. То, что касается спецчастей контактной сети. В рамках выделенных средств главная задача – это минимизировать количество обрывов контактной сети. В приоритете замена проводов и несущих тросов на новые. Замену спецчастей для увеличения скорости прохождения поворотов троллейбусами в этом году проводить нецелесообразно, поскольку это привело бы к значительному удорожанию стоимости работы и к снижению общих объемов. Замена спецчастей частично запланирована на 2024 год в рамках продолжения ремонта контактной сети. Некоторые вещи оставим на следующий этап, потому что это будет не разовая точечная работа, а будем ее также из года в год продолжать. Поэтому сейчас самые экстренные участки, самые проблемные, меняем, а потом будем в том числе заниматься и вот такими отдельными элементами, повышением и скорости прохождения, эстетичности сетей и так далее. Сейчас нам главное решить проблемы с постоянными обрывами, с постоянными авариями. Поэтому задача сделать вот этот максимальный объем по самым нагруженным участкам, ну а дальше будем вот всю эту работу развивать и совершенствовать. Тема развития и совершенствования касалась и обустройства торгового городка. До конца года здесь откроют 3 новых павильона. Первый из них – Центр развития народных художественных промыслов «Резиденция традиций» – распахнет свои двери уже в ближайшую субботу. К концу года еще раз отмечу, планируем восстановить практически все уже, весь торговый городок. Всего будет 20 павильонов, в каждом будут свои интересные активности, свое направление. И в целом получается такое очень хорошее и позитивное место и для жителей города, и для наших гостей. Вот таких локаций у нас должно становиться как можно больше. Резиденция традиций будет работать 6 дней в неделю, выходной понедельник. А вскоре эту эстафету подхватят еще 2 павильона – музей чая и музей истории молодежного движения. И сегодня же Павел Малков призвал документально фиксировать все претензии к региональному мусорному оператору. По его словам, от рязанцев на компанию «Экопронск» поступает слишком много жалоб на невывоз мусора. А вот об ответственности регоператора информации нет. А у нас вообще штрафные санкции где-то выставлены. Какая-то ответственность. Мы как-то фиксируем. Потому что я часто слышу про то, что регоператор имеет претензии, что там что-то выкинули не то, что должно было быть, и поэтому он не вывозит мусор. А у нас график жестко прописан, есть штрафные санкции, есть фиксация вот этих нарушений. Потому что я вижу, что у нас постоянно вывоз мусора в топе проблем. Соответственно, я попрошу, коллеги, Юлия Александровна, наверное, вас и вместе с администрациями посмотреть и жестко зафиксировать, где нужна ответственность рекоператоров, потому что такого быть не должно.
Первый серьезный снегопад, первые заторы на дорогах. А для некоторых автолюбителей вовсе наступил так называемый день жестянщика. По статистике ГИБДД, сегодня дорожно-транспортных происшествий произошло куда больше обычного. Больше 20 ДТП, в которых 5 человек погибли и 13 получили травмы различной степени тяжести. Такова статистика происшествий за прошлый день. И это только зарегистрированные инспекторами ДТП. В связи с изменением погодных условий, госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток. Из-за снижения температуры окружающего воздуха и выпадения осадков в виде снега, в ближайшее время на некоторых участках дорог возможно образование снежного наката и гололедицы. В госавтоинспекции добавили, что в таких условиях повышается остановочный путь авто. Говоря проще, вместо моментального торможения машины проедет лишние полметра, что может привести к ДТП. Поэтому призываем как водителей, так и пешеходов серьезно отнестись к данному фактору и быть более бдительными при движении на дорогах. В госавтоинспекции напомнили и о другом важном шаге, который уже должны были сделать водители – переобуться с летней резины на зимнюю. Тем более, что синоптики обещают, что в ближайшие дни в Рязани погода улучшаться не будет. Партнер программы «День города» – выставка-продажа «Икра и рыба камчатская» возле торгового центра «Премьер» до 25 ноября включительно. В Рязанской области подорожали продовольственные, непродовольственные товары, а также различные услуги. По словам экспертов, инфляция связана с повышением спроса на отдельные категории товаров. Продукты в области подорожали почти на 6%. Особенно прибавил рис, который в регионе не выращивают. Непродовольственные товары подскочили на 5,5%. Повлиял рост экспорта древесины. Это статистика Центробанка. По словам экспертов, рост инфляции связан с ослаблением рубля, издержками производителей и спросом роста на отдельные товары. От ослабления рубля выиграли экспортеры. За рубежом активнее стали покупать российские плиты и древесину. Но это привело к тому, что предложение внутри страны не расширялось так же активно, как спрос. В итоге увеличилась стоимость корпусной мебели по сравнению с прошлым годом. Ослабление рубля сильно ударило по карману рязанцев. Одежда, бензин, услуги ЖКХ, проезд и продукты. Список товаров, которых коснулась инфляция, включает в себя практически все категории. Каждый день дорожает. Когда не придешь, дорожает. За молочными продуктами, вот я масло, оно сливочное в палатке я беру, оно каждый день дорожает. Вот, и творог дорожает, и кефир дорожает, и молоко дорожает. Мне кажется так, что курица подорожала, яйца подорожали. Вот сейчас то, что стоило 98, стало 108 стоить. Впрочем, на этот счет у Центробанка есть отдельный план. И по его прогнозам, повышение уровня цен к концу года не превысит 7,5%. А с учетом перемен в денежно-кредитной политике следующего года инфляция упадет до 4%. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В соцсетях рязанцы пожаловались на зловонные выбросы в реки Павловку и Трубеж. В комментариях к записи появился вопрос, кто же виновник произошедшего. Проверку организовала природоохранная прокуратура. Результаты могут удивить. Фотографиям этим уже год. Сделаны они с пешеходного моста через реку Павловка. Сам автор в социальных сетях написал так, цитата: «Неизвестные сливают неизвестную зловонную жидкость». Поисками этого самого неизвестного занялись сотрудники Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры. Проверку провели с привлечением специалистов. И было обнаружено, что в реке выходят выпуски ливневой канализации, через которые с территории интенсивной жилой застройки, с автомобильных дорог, ливневые, дождевые, талые воды без какой-либо очистки, загрязненные, поступают в поверхностные водные объекты. Речь идет сразу о двух реках. Помимо Павловки пострадал еще и Трубеж. Тут тоже жаловались на эти самые выбросы. С целью устранения данного нарушения природоохранная прокуратура обратилась в суд. –
с требованием возложить на администрацию города Рязани обязанность оборудовать выпуски ливневой канализации очистными сооружениями. Административное исковое заявление прокурора судом рассмотрено. Заявленные требования удовлетворены в полном объеме. Суд обязал администрацию оборудовать 7 выпусков ливневой канализации в Московском районе города Рязани очистными сооружениями. Срок до конца 2025 года. Такая точка дедлайна связана с бюджетным финансированием. Устранение нарушений под контролем природоохранной прокуратуры. Если реакции не последует, ответственность будет вплоть до уголовной. Российским бумажным деньгам в этом году 250 лет. К дате в лесопарке Банк России открыл специальную фотовыставку. На стендах фотографии денежных знаков от первых ассигнаций до современных банкнот. От первых ассигнаций до современных памятных банкнот. На выставке в лесопарке сотрудники музея Банка России собрали самые яркие денежные купюры в истории нашего государства. История первых российских бумажных денег началась в 1769 году, когда императрица Екатерина II приняла решение о выпуске бумажных денег ассигнаций. Каждая банкнота была защищена водяным знаком. На просвет можно было прочитать: «Любовь к Отечеству достойна оному» и «Государственная казна». На протяжении 2,5 веков менялось оформление, способы защиты, размеры. Каждая банкнота – прообраз своей эпохи. На экспозиции есть и фотографии дореволюционных кредитных билетов, и банкноты времен Гражданской войны, первые советские денежные знаки. На каждом стенде краткая информация и интересные факты. По словам организаторов, самый любопытный экземпляр выставки – кредитный билет с изображением Петра I. Эту банкноту выпустили в 1912 году. На этой банкноте впервые была применена металлографическая печать. Также на банкноте интересен образ женщины, которая изображает аллегорию России. На выставке в Лондоне в 1912 году банкнота получила гран-при как самая красивая и защищенная денежный знак в мире. Уличную экспозицию завершают современные экземпляры, изготовленные с применением лучших технологических достижений нашей страны. Посетить выставку можно до конца года. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 20 по 25 ноября. ТЦ «Премьер».